Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, и мы продолжаем играть в GTA 4. Так, в прошлой серии мы... У нас было уже одно задание, но мы получили по заднице. И сейчас давайте, я думаю, нам бы неплохо было сначала жизни подкопить, а точнее даже прикупить. Так, а здесь у нас есть где-то оружейный магазин или что-то? Так, тут у нас ни черта нету, да? Плейбой, окей, давайте тогда сейчас до хавчика дойдем. Пополним жизнь. И потом поедем повторять задание плейбоя. Настройки. Надо будет быть более внимательным, аккуратным. Так, давайте-ка мне бургер заверните. Здорово, жердяй. Слышь, мазафака, давай. Ты сам как мазафака. Окей. Спасибо. Так, ребят, жизнь у нас целая. Полетели. Так, еще кое-что я хотел посмотреть. Где-то вот здесь вот. Ага, третий город у нас еще не открыт. Вот здесь вот, по-моему, подписчик Рома Тимофеев подсказал, что здесь есть какая-то спрятанная машина. Но это мы тогда потом... Давай, погнали. Так. Ну куда ты прешь-то, придурок? Nico, I heard that Michelle was a cop or a fed or something. Is it true? I don't know what she is, but she was lying to us all along, and now I'm paying for it. Esta, there was always something funky about her. I'm real sorry. Это было офигенно, ребят. Так, давайте на секунду я сейчас сделаю звук игры потише. Что-то как-то уж очень орёт. Нормально так всех просто пронес на таран. Нет. Нормально. Поребрик нам помог. Выезжаем на встречку. Тут у нас копы. Так, ну заставку, я думаю, мы смотреть повторно не будем. Там про возвращение дружбана из тюрьмы. Да, это мы видели. И теперь погнали на стройку. I've heard a lot of names since I got here. This guy's a big developer. Are you and him having meetings about how to run the city? Not yet, but I got an idea about how me and him can get friendly. Some Italian dudes shut down his building site on some union bullshit. They all up in the place, strapped to their fronts with hard hats on and shit. Won't let nobody get near. What are you suggesting we do about it? You're gonna go in there and get them mafia types off the site. Meantime, I'm gonna tell you how good we've been to. That cat and me are gonna tell his two cellmates on lockdown after this. What's in it for me? I'll give you what you after. Cold, hard cash. That what you chasing, right? Amongst other things. I don't know how good your plan is, though, Playboy. If I get rid of the guys on the site, then won't there be more? If it's a union problem, doesn't that make it bigger than a few guys with guns? Shit. Union is just another word for mafia. These cats is looking to squeeze our boy Amir for dollars just because he ain't from here. When we fuck they people up, they'll realize that he ain't a cat to be messed with, and they'll back off. Okay? Shit.
Youssef is from Dubai. He's an African, and he's coming to Liberty City to make it big. Ah, fuck. У нас, мне кажется, бронированная машина, потому что я вообще по барабан. Это машина Чака Норриса. Shit, it all the same. Africa, America, Dubai. It don't matter. We're brothers. Spiritually, I mean. And that's the important bit. Так, ну вон кран я уже вижу, так что мы почти на месте. Оружейный магазин, я думаю, туда нужно заехать все-таки. Сейчас. Да ладно тебе. Так, где у вас тут оружейная лавка? Вот это что ли? Get in, man. Скоро в продаже. Скоро в продаже. Ну, броник-то. О, хоть броник. Отлично. Все это скоро в продаже, да? Вы перегружены. Да идите вы в жопу тогда, понятно? Хотя бы бронь купили. Итак, ребят, сейчас будет интересная миссия. Не скажу, что сложная, главное быть аккуратным. I left some heat for you in that car, money. You're gonna be strapped. Sniper rifles, grenades, all that shit. Снайперская винтовка, гранаты, все дела, да? Окей. Так, ну то, что этих нам нужно убить, я знаю. Погнали. You're gonna kick some ass down there, boy. I'm backing you up. So, these things don't have to go slowly, eh? Ну что ж, ребят, мы на месте. Сейчас будем валить снайперков. Хотя какие они снайперы, они вроде бы с калашами. Так, давайте смотреть. Вот тут, по-моему, один. Нет. Ага, вот тут. Полетел. Кавабанга! Опять ноги поломал. Так, вот здесь один. Ох, он прямо лбом на машину упал. Так, что у нас ноги. Так, и где еще один? Нет. Нет. Это только автомат обронил. Давай-ка сделаем так.
Так, что-то он не помер, похоже, дело. Вот теперь помер. Так. Отлично. Ну что, есть еще кто-нибудь? Вроде нету. Не знаю. Сейчас вот отсюда посмотрим. Давайте вот так по балкончику пройдемся. Вот так. Осматриваемся. Ну, отсюда никого не видно. Ладно, поехали. Вроде бы все спокойно. Но на самом деле я не знаю, может это тут специально так сделано, даже убив вот сейчас их, в принципе, ничего не поменяется. Воу-воу-воу. Толстячок, ничего не происходит, все в порядке. Давайте перебегать дорогу. Оп, успел. Возьмем, я думаю, дробовик. И начинаем. Убейте профсоюзных лидеров. Так, он умер. Готовы? Пончик, ты как, ты выжил? Как я понимаю, нам нужно идти еще дальше. Окей, давайте быть аккуратными. Вроде пока что никого. Так, он где-то наверху, да? Вот толстопуз какой, а? Не, она нормально рванула. Так, ребят, нужно сейчас быть осторожным. Я никогда не любил вот эти вот подъемы наверх, потому что...
Так, ага. Вот черт. Твою мать, Ника, косой придурок. Так, отлично. Этих ребят мы завалили. Убейте следующего лидера. Что-то там кто-то бежит к нам. А, нет, это просто строитель. А смотрите, мы все-таки не зря этих уродов положили. Видите ли, сколько их? Вон, трупы-то валяются. Так, и что ж, идем дальше. Осталось совсем чуть-чуть. Я думаю, сейчас мы еще развлечемся немножко. Грэнчик. Блин, дебил Ника. На. Нет. Ладно. С тобой разобрались. Теперь мы идем за главным боссом. Так. Тан-т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 ан. Ого. Идите к последнему лидеру профсоюза. Готово. Ни хрена их там бежит. Да чтобы... От сволочи. Ну чё, все сдохли-то? Так, хорошо, где-то он здесь. Последний-то спрятался, засранец. Где-то на этаже пониже. Ну, я вижу лестницу здесь.
Куда это ты, а? Отлично, ребят, миссия пройдена. I got rid of all the union problems on this site. As you can see, this place is going to need a cleanup before any workers come in. You the money, son. You says PA won't put me through to the cat, but when they hear about this shit, they're gonna start listening to Playboy. Так, сохраняемся. Оружие мы спрячем. Так, ребят, и теперь давайте пройдем хотя бы еще одну миссейку. Давайте посмотрим, что можно выбрать. В принципе, вот самое ближайшее, чтобы далеко не ехать. Конечно, неплохо было бы машину еще. Плейбой. Sure, just got out of the pen. Old friends aren't paying him no mind. Yeah, that's what he thinks. He got friends all over the shop, but he living in the past. Now, I need you to go over to the Governor Greg Johnson Project over in Northwood. He holding up there and needs help with some shit. You assist this broke ass, I'll send some paper your way. I owe that fool. Can't pay back a biatch. Peace out, money. Так, нам предложили еще одно задание. Но я думаю, мы поедем все-таки туда, куда собирались. Ага, вон, смотрите, джип стоит. Сейчас его как раз угоним. А там нету этого джипа, который пробитый-то? Роман. Cousin, it is your cousin. Let's play darts. Не-не-не, Роман, прости. No darts for me, cousin. I have a... Thank you very much. Да не за что. Так, ну... Никто не заметил, я думаю. Дали деньги музыканту, при этом угнали машину. Отлично. И давайте по встречке. Нормально такой. Доехал. Слышь, сам ты мазафака ту кетчуп. Понял? Мазафака кетчуп. Are you trying to get us both killed, you fucking asshole? What? I send you to destroy an organization and you only make the boss disappear. Now his chief lieutenant is holed up in an apartment and he wants to speak to the feds. Whoa, hold on. An organization? No, you fucking idiot! I paid you to do a man's job, you amateur, you fucking boy! No. You sent me to kill one guy. One guy who would put you in prison. Bullshit! Alright, I'll tell you what, genius. I'll tell you fucking what. Tell it to the judge. Tell him I only sent you to kill one guy, so it ain't your fault. I wonder what he'll say. Maybe he'll let you walk. On account of you being brain dead and totally fucking mentally retarded. Maybe he will. Either way, you're screwed. Whoa. Look. You gotta do this for me. For us. Come on, you idiot. One more. The guy's a fucking lowlife. He means nothing. If there is a god, and he loves us, if there is, he'd want this cunt dead. The guy sells heroin to kids. The world is full of bad people. But we've got a lot to lose. I don't have anything to lose, Mr. McCreary. How much? You know my price. No. Five. You call. I don't care. You bastard. Okay. Now the guy lives in an apartment on Denver between V and W. He's holed up there pretty tight.
I left a rifle for you in the trunk of a car at the corner of Albany and M. So go there, give me a call. Ну что, ребят, нам нужно опять кого-то убрать. Погнали. Опять этот факамаза кетчуп. Нам оставили винтовку в машине. Ну, посмотрим. Что за машина, что за винтовка. Несемся на всех парах. Что-то сейчас не совсем оживленное движение, так что нормально, скорость доставляет удовольствие. Ну или вот так, конечно. Тут другого не дано. Ну а вот и машина. Не, ну точил он нам нормальную, подогнал, скажу я вам. On edge, man, a different kind of nervousness, man. You know, wow. Wow. Coffee. Нормальная такая машинка. So there's nothing to lose. But Trackify isn't just for kids. Getting microchipped is great for people like me who have Alzheimer's and wander into traffic. Broccoli, highlight. Мне кажется, он спел про писькомер какой-то. On the fourth floor on the east side of the street. Go up onto the roof of the building opposite to get a shot at him. What if he isn't standing by the window? Then use your damn imagination to get him to the window. Jesus! Call me when it's done. Так, понятно. Нам нужно... Да, что-то они тут все мазафакеры какие-то. Сегодня серия просто мазафакеров. Идем на крышу. Слышь, факин нигерс. Еще выше. Отлично, берем винтовку. И теперь давайте наблюдать, когда же он подойдет к окну. Так, 5, 4, 5,
5-5-1-0-1-2-2. Так, 5-4-5-3-5-0-1-2-2. 5. Так. 5. Контакты. Так, как у нас там звонить-то, ёлки-палки? Во. 5, 4, 5. Раз, два, три. Случайно я, ребят, нажал остановку записи, когда набирал номер. Я позвонил ему, убил его через окно. Тут же слинял вот с этой крыши. И, в принципе, ничего такого вы не пропустили. Так что, ребят, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. С вами был Локи, всем спасибо за просмотр и пока-пока.